Наша жизнь начинается с одинокого крика в тревожном ожидании ответа. Когда шахматная партия заканчивается, и пешки, и ферзи, и короли, все они оказываются в одном ящике. В той мере, в какой человек отвечает за собственную жизнь, он одинок. Ответственность подразумевает авторство. Сознавать свое авторство означает отказаться от веры, что есть другой, кто создает и охраняет тебя. Уединение с книгой лучше общества с глупцами. Ищите людей, разговор с которыми стоил бы хорошей книги, и книг, чтение которых стоило бы разговора с философами. Есть две морали. Одна пассивная, запрещающая делать зло. Другая активная, которая повелевает делать добро. Несчастные имеют более верное и точное представление о счастье. Если бы мир всегда держался здравого смысла, мы до сих пор ходили бы на четвереньках. Люди не только говорят одно, а делают другое, но и думают одно, а делают другое. Лучше маленькая ложь, нежели большое горе. Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других. Если бы мы знали других, как знаем себя, тогда даже самые предосудительные поступки показались бы нам достойными снисхождения. Как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить определенное дело, с этого момента его осуществление становится для вас невозможным. Души побеждаются не оружием, а любовью и великодушием. Никто так не падок на лесть, как тот честолюбец, который хотел быть первым, но не смог им стать. Прежде, чем полюбить в девушке женщину, полюби в ней человека. Если люди говорят плохое о твоих детях, это значит, они говорят плохое о тебе. Там, где любовь выражается только в мимолетном очаровании, внешними чертами, где человек ищет наслаждение только в красоте лица, фигуры, неизбежно разочарование, несходство характера. Страх, как трусливая дворняжка, бежит только за тем, кто бежит от него, но отступает, когда на него идут прямо. Универсалов нет, выигрывающий в одном, проигрывает в другом. Все будет так, как должно быть, даже если будет иначе. Быть разумным – благо, но быть безоглядно доверчивым, легковерным до идиотизма, принимающим все без ограничений, одна из высших радостей жизни. Человеческое сердце разбить нельзя. Это только кажется, что оно разбито. На самом деле страдает душа.
но и у души достаточно сил, и если захотеть, можно ее воскресить. Можно бороться со злом, но перед глупостью мы безоружны. Наше воспитание и образование – вот наше правительство. Голод и слабость лишают человека мужества. Даже банкротство не в силах сломить истинное мужество. Одно из основных начал расхождения человеческих путей является пристрастие к худым или полным женщинам. Я хочу быть в жизни тем же, чем Лобачевский был в геометрии. То, что другим дается с трудом, мне дается с легкостью. Я даже летать умею. Но об этом рассказывать не буду, потому что все равно никто не поверит. Несправедливая критика часто означает хорошо замаскированный комплимент. Это значит, что вы вызываете зависть и ревность. Счастье не зависит от внешних условий, оно зависит от условий внутренних. Каждый человек хотя бы в течение 5 минут в день бывает набитым дураком. Мудрость состоит в том, чтобы не превышать этот предел. Другому человеку очень трудно показать нам, как мы выглядим со стороны, а нам сложно показать, как мы себя ощущаем изнутри. Мне всегда казалось таким смешным то, что люди хотят быть рядом с кем-то, потому что он красив. Это как выбирать себе хлопья на завтрак по цвету вместо вкуса. Потерять человека, с которым тебя связывают воспоминания, все равно, что потерять память, будто все, что мы делали, стало менее реальным и важным, чем несколько часов назад. Если отдаешь себя мужчине всю, без остатка, значит чувство настоящее. Если душа твоя точно замкнутый сосуд, любая связь пуста и ничтожна. Вы расплачиваетесь за строптивость одиночеством, а оно озлобляет душу. Только в разговоре мы обмениваемся суждениями, а в постели чувствами. Если стремление происходит из источника чистого, оно все-таки, и не удавшись вполне, не достигнув цели, может принести пользу великую. Если ждать минуты, когда все, решительно все будет готово, никогда не придется начинать. Спорь с человеком ума слабейшего. Спорь не из желания победы, но ты можешь быть ему полезным. До тех пор, пока вы готовы идти на компромиссы, вы можете иметь счастливый роман и брак. Если я что-нибудь делаю, и 99 человек из 100 говорят, что им это нравится, то в моей памяти остается только один, которому это не нравится.
Неважно, кто ты, откуда родом или что ты уже успел сделать. Ты всегда можешь измениться, слепить из себя лучшую версию себя. Миг предательства хуже всего, миг, когда понимаешь без тени сомнения, что тебя предали, что некий человек настолько желает тебе зла, будто в лифте, который обрезали сверху. Падаешь, падаешь и не знаешь, когда ударит. Никогда не стоит открыто проклинать тех, кто сильнее тебя, если только между вами нет высокого забора. Способ анестезии, если где-то болит, найти другую боль. Наша задача – принуждение к правде. Сегодня мы стоим перед задачей принуждения к правде. Для меня важнее не убеждать с трибуны, а делать так, чтобы что-то вошло в сознание людей и потом воплотилось в их поступках. Пресса многие десятилетия жила, засунув язык в задницу. Причем кто-то засунул его в свою, а кто-то – в чужую. Когда язык разрешили вынуть, выяснилось, что ничего хорошего при помощи его сказать уже нельзя. Чем лучше пивная, тем хуже жена. Чем хуже жена, тем лучше пивная. Слабые люди не цепляются за тех, кто от них уходит, напротив, они отстраняются сами, быстро и неудержимо. Люди-слепцы, они только безумствуют и ничего не познают. Таков, как правило, весь род людской. Тот смертный, которому в виде исключения Господь Бог даровал душевное здоровье, вынужден хитростью скрывать его от этих буйных помешанных, иначе он далеко не уйдет. Жалование не имеет значения. Мне нужно ровно столько средств, чтобы удавалось не смешивать душу с телом. Остроумие – способ выразить новую мысль, острословие – просто языковая гимнастика. Кто видел шторм, тому отвратителен штиль. Лучшая набожность – воздержание от порицаемого. Если ты испытываешь чувство любви к своему брату, поспеши сказать ему об этом. Никогда не злословьте о мертвых, ведь они уже получили то, что заработали.